Всем добрый вечер. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Не было времени, поэтому долго не отвечали. Сегодня целый день практически были заняты. О, какая красота! Мы с Жориком хотим ответить на более часто задаваемый вопрос. Это по поводу памперса. Задают вопросы памперсам. Как часто мы меняем их? Меняем мы по мере их наполняемости. Как только я слышу запах, значит, нужно менять. Памперсы покупаем разные. Вот последний я купил с каким-то ароматизатором. И как сильнее начинает ароматизатор, слышу запах ароматизатора именно, значит, пора менять памперс, да, дружок? Вот. По поводу поводков. Еще там пишут, зачем они у вас на поводке. Вот Жорик у меня тоже на поводке, видите? Он в свободном полете, этот поводок. Объясню. А особенно на Боре. На Боре я вообще держу на поводке. Если он не у себя в вольере, потому что Боря мальчишка непредсказуемый. Иногда бывает в плохом настроении. Иногда бывает чем-то недоволен. И мне бы не хотелось, что... А у меня не один Боря в доме, у меня еще Жора, еще три собаки, кот, попугай. Поэтому как бы он может нанести им, укусить их. К примеру, у меня есть Лордик, французский бульдог. Лордик, иди ко мне. Лордик. Он очень такой противный мальчишка. Он, если я его буду звать, он никогда не подойдет. Но когда я его буду говорить «не надо», он будет лезть ко мне каждую минуту. Он сидит сейчас с такой мордой, конечно. «Ты идешь все-таки ко мне, да? Давай я вас вместе посажу. Иди сюда. Вот наш Лордик. Иди ко мне. Иди. Лорд, давай. Давай, залазь. Вот наш Лордик. Наш красавчик. Жора не очень любит собак. Жора любит меня, да? Вот, они все его обожают. Все обожают Жорика. Они никто ни разу его не обидел. И вот лично Боря кусал Лордика. Обожайте тоже. Кусал Борика. Ой, да, Боря кусал Лордика много раз. За ногу. Вот. И прям, скажу вам, даже шрамик был. Все. Все. Все, Лордик, все. Да, все, я знаю, что ты такой наглец, такой вот лезешь. Да, все, все, спасибо, что ты пришел. Спасибо тебе. Идите с Зевсом поиграйте. Идите, поиграйте. Еще задают такой вопрос по поводу соседей. Как относятся соседи? Вы знаете, мне все равно, как они относятся. Потому что соседи – это их проблема. Собаки у меня спокойные. Скачут и бегают они на улице. Иногда днем я позволяю им немножко побеситься. Вечером, естественно, нет. Джина, спокойно. Играй, не будет. Игра сейчас будет на улице, когда гулять пойдем. Вот. Они у меня послушные. Джина взрослая, ей 6 лет. Зевсу и Лорду, они практически погодки. Лорду там год или 4 месяца. Зевсу вот будет год в январе. Так что все у нас тихо, спокойно. Соседи на нас не жалуются, вроде бы. Ну, до меня жалобы не доходили. Значит, все нормально. Птички поют. Кот вон сейчас кушает, сидит. Кот у нас ест по 7-8 раз в день. Прям такой пацан. Он мне такое ощущение, что он хорошо кушает 2 раза, а все остальные разы ходит перекусывать. Так, 2-3 штучки съест и пошел. Птичек посмотреть. Вот сейчас нам Джина пытается забраться. Жень, все-таки ты зашла, да? Все-таки я пришла. Ну, пришла и молодец. Вот, в общем, такие вот у нас пироги. Да? Ну все, и Зевс уже с этой стороны. Ну давай и ты тогда зайди в кадр. Покажись, морда моя красивая. Покажись. Покажись, вот наш Зевс, наш красавец. О, Зевс, покажись какой ты. Да, я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, о, и Джина, все пришли. Все. Не переживай, Жор, не волнуйся. Ты же с папой. Они так-то тебя не трогают, а с папой тем более не трогают. Вот Зевс пришел.
и требовать внимания. А заодно посмотреть, что же на столе такое вкусное, да? Ничего, сынок, ничего. Вкусное будет позже. Все, мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого хорошего. До новой встречи в эфире. Пока!